Ну, а сейчас к нашим новостям. И, пожалуй, главное на этот час касается Павла Астахова. Он больше не детский омбудсмен. Президент своим указом освободил Астахова от этой должности. Сообщила об этом пресс-служба Кремля, однако никаких комментариев пока нет. И Астахов тоже не дает специальных заявлений, хотя журналисты соответствующие вопросы задают. Но ранее появилась информация, что уполномоченный по правам детей может уйти в отставку после своего дня рождения, то есть после 8 сентября. Напомню, что в конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку Астахова. А поводом послужил его вопрос спасшимся в страшном штурме на Сям-озере девочкам. Но вы же помните эту историю. Астахов тогда спросил детей, ну что, как поплавали, хотя, как говорят, что это как формальная причина. А вот та беседа общественность очень возмутила. Сам омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из контекста. Как проходили эти оздоровительные кампании.